Здравствуйте, друзья! Сегодня я снимаю свое видео про чаи со специями. Просили меня снять такие видео. В общем, купила я два вида чая. Покажу вам сейчас. Один из них — Лондон Клуб Масала. Сразу говорю, это не реклама, но найти у нас на рынке Крыма такие чаи непросто. Ни в каждой точке, ни в каждом магазине они продаются. В состав входит масала — черный байховый индийский среднелистовой чай, корица, кардамон, имбирь, бадьян, гвоздика, черный перец. Это один вид. Второй вид, который я вот смогла найти, по 120 рублей как раз цена была, чтобы вы видели. Это Spice Ceylon, Hyson фирма. И в состав входит черный листовой цейлонский чай, кусочки кардамона, корицы, гвоздики, ароматизатор кардамона, корицы, гвоздики, идентичный натуральному. Ну, здесь вот ароматизатор присутствует. Это для ленивых. Нашла я в интернете рецепт масала, как делается. В общем, я вам сейчас зачитаю. Потом более подробно по составу напишу ниже в описании к этому видео. А именно, в масала входит у нас, обязательно он варится на сливках. Это чай варится, не заваривается. Входят сюда такие специи, как сам черный чай, имбирь, корень, бадьян, одна звездочка, корица, кардамон, перец черный, гвоздика, сахар коричневый. Все это нагревается, настаивается. Есть еще такой рецепт, как чай для тех, кто простужен, либо вот пришли, перемерзли, хорошо такой чаек выпить, чтобы не заболеть как раз таки. В такой чай входит у нас имбирь, смородиновые листья, листья малины или веточки, гвоздика, перец чили красный, кардамон, стручки, кориандр, семена, мед, корица в палочках, сахар ванильный, вода, долька лимона. Тоже в описании напишу, как это все делается, сколько чего добавляется. А вообще, самый простой способ, конечно, если перемерзли, имбирь, лимон — это те вещи, которые всегда должны быть дома. И без проблем пришли, сразу же чаек сделали горячий, кинули туда и нарезали меленько, либо на терочке натерли имбирь, добавили лимончик. Согревает просто изумительно. Всем хорошего здоровья. У нас уже весна на дворе, но, как мы знаем, весной еще будет много холодов, поэтому запасайтесь такими себе рецептами и будьте здоровы!